Звезда сериалов наслаждается отдыхом в Дубае вместе с супругом Александром Роднянским-младшим и двухлетней дочкой Аней. Долгожданный отпуск Янина Студилина омрачила болезнь девочки, но сейчас малышке стало лучше. Семья проводит много времени на пляже, но актриса отметила, что не любит пассивный отдых и не забывает о тренировках даже за границей. Звезда острова рассказала, как после родов всерьез увлеклась акваэробикой и в столице посещает занятия не менее 3 раз в неделю. В Арабских Эмиратах Студилина делает упражнения в соленой воде, так как это благотворно влияет на состояние кожи и подтягивает фигуру. Поклонники похвалили Янину за целеустремленность и оценили ее снимки на белых пляжах Дубая. Подписчики сравнили артистку с героиней сериала «Спасатели Малибу» и подчеркнули, что на отдыхе она заметно похудела. Звезда сериалов утверждает, ей легко поддерживать форму, так как в теплых странах не хочется переедать. Актриса ввела в рацион экзотические фрукты, но при этом не стала придерживаться определенной диеты «я ем все подряд». Здесь главное питаться несколько раз в день маленькими порциями. Фактически, ем все, делилась артистка. Янина Студилина отдыхает в Дубае с семьей. Фото. Инстаграм Янина рассказывала, что никогда специально не садилась на диету. Ей удавалось похудеть благодаря физической активности и умеренному питанию. Это может быть индейка, курица или баранина, как правило, мясо с овощами ем на обед. Как вариант, бульон с гречкой, макароны с мясом, поясняла звезда острова. Залогом здоровья Студилина считает завтрак. Раньше она не могла есть по утрам, но потом осознала, что ранний прием пищи придает сил. Янина предпочитает начинать день с геркулесовой или гречневой каши, а также обожает чай с молоком. Режим важен для артистки, ведь она обязана хорошо выглядеть на съемках. Актерам важно в кадре выглядеть хорошо, без припухлостей. Если с утра вижу отек, то могу заменить чай на кофе с молоком. Ну, мочегонный же. А на ужин у меня на столе чаще всего овощи и рыба или постное мясо, поделилась своими секретами звезда. Актриса настолько предана работе, что вернулась в проект «Остров Сева» через 3 месяца после родов. Коллеги отметили, Янина очень быстро вернулась в форму. Поклонники считают фигуру кумира идеальной. Студилина отмечает, ей не приходится прилагать особых усилий для похудения, как сообщает издание 7 дней. Класс пост 619 500 подписчиков.